Вот море стариков закинул нас масляков, а старики уже не свои. Приехали с женой, прячут деньги в трусы, они не такие, как мы. Вы были чемпионами, вы каждый кумир, вы брали летний кубок не раз. Но Медведев сказал твердо, это год молодых, придется вам прогнуться под нас. Подожди, подожди. Это не вся команда. Где еще двое? Ты что, не знаешь? Они теперь в Москве живут. Герман, это просто супербол. Это просто грейтбол. Герман, где мы? Данила, ты что, не видишь? Это Монте-Карло. Герман, ты уверен? Посмотри на цены, Данила. Герман, тогда скажи, почему здесь все говорят по-русски? Данила, если у тебя есть деньги, с тобой в любой стране говорят по-русски, понимаешь? Эй, шкуры! Вы в Сочи! Данила, мне показалось, или они все в одинаковых костюмах? Фу, это просто чучело было. Вау, какие селебритис. Смотри, Леонид Ермольник. Посмотри, какая улыбка. Ермольник сегодня просто верникабл. Гусман. О май гад. Данила, это точно не Монте-Карло. Мы в Сочи. Окей, мы на пляж, чао! Пока! О, еще один идет! Девочки, вы можете идти! Ты уверен? Да! Сережа, а что это мы такое отмечаем? Победу! Какую победу? Над двойным усиленным кодированием! Итак, сегодня играет молодая команда и ее старые знакомые. Итак, ребятушки, собрались, сцепление, газ, 500 рублей и поехали! Ну что ж, сегодня ретро-кубок. И сегодня каждый из вас сможет вспомнить, как он приехал в Сочи в первый раз. Мы в Сочи! Наконец-то! Прикинь, мы с пляжа до вокзала всего за 2000 рублей доехали! По-божески, по-божески! По-божески, да! Чебуреки, чебуреки! Чебуреки берем! Давай все сюда! Чурчхела, чурчхела! А что это такое? Да какая разница, все бери давай! Андрюха! Че? Мы меняемся! Нифига себе! Смотри! Что? Обезьяна! Живая! Смотри! Что? Галустян! Смотри, песок! Песочек, песок! Давай, закапывайся, я за фотоаппаратом! Песочек, тёплый, 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 песочек! Тёплый, тёплый, песочек! Андрюха, что с тобой? Я косички сделал! Классно! Андрей! У нас кончились деньги. Нифига себе, у нас первый раз деньги кончились. Покупайте чучхелу. Купите чучхелу. Чебуреки! Ну, так в Сочи впервые приезжают парни. А вот как в Сочи приезжают девушки. Ты представляешь, я ему говорю. Привет, девчонки, искупаемся? С тобой, что ли? Козел. Ладно. Прошло три дня. Привет, девчонки. Привет, Артурчик. Но все-таки, приезжая в Сочи, каждый отдыхает по-своему. Хорошо сидим в номере без кондиционера. А ну-ка, плесни на кафель.
Знаете, я пойду, наверное. Да давай посидим еще. Ну-ка еще плесни. Будешь знать, как в своей гостинице на кондиционерах экономить. Но все-таки не стоит забывать, что, приезжая в Сочи, нужно быть предельно осторожным. Крючо-верчило обмануть. Молодой человек, не хотите ли сыграть со мной? Давайте. Давайте, ваша тысяча и моя тысяча. Давайте, вот. Крючо-верчило обмануть хочу. Где шарик? Здесь. Опа, опа! Ну-ка, давайте еще. Ваши 2000 и мои, давайте. Давайте. Вот, ваши 2000. Кручу, верчу, обманываю. Хочу, где шарик? Здесь. Опа, опа, чки. Ну-ка, вы попробуйте. Давай. Кручу, верчу, обманываю. Хочу, где шарик? Да сколько можно? Ты опять играешь, что ли? Да я отыграюсь. Казино закрыли, ты играешь. Ты играешь, ты играешь, ты играешь. А мы продолжаем ретро-кубок. И у нас ретро-реклама в СССР. На свободе слова секса у нас тоже нет. И скинсет, и просто рабочий серый костюм одет. Не в колосы полстраны валит лес. Но дали квартиру в новой хрущевке бонус от КПСС. Вы знаете, наша команда впервые играет в Сочи летом. Поэтому прежде чем сюда поехать, мы пришли за советом к людям, которые здесь уже много раз были. Встречайте, сибирские сказители! Здравствуйте! Расскажите нам о Сочи. То не вран летит, то не конь бежит, не орда сранчи надвигается, то ползет до Сочи железный змей. Змей 136-й дополнительный. А в утробе змеиной удушливой едут синие люди и курицы. Люди эти зовутся туристами. В основном это дети и пьяные. Чай им носит царевна вагонная. Ее власть над людьми безграничная. Лишь она обладает заветную от отхожего места отмычкою. Трое суток ползет змей до Адлера. В его чреве тоска несусветная. Лишь порой заглянут тугоухие. Молчаливо положат журнальчики. Послушайте, не надо нам про поезд рассказывать. Давайте с того момента, как вы уже приехали в Сочи. То не вран летит, то не конь бежит, то не Волга-река разливается, то раскинулось море черное. Окружило нас море черное, предлагает извоз, проживание. Всяк нам терем сулит белокаменный, 100 метров до пляжа, мамой клянусь. И к воде люд чесной устремляется. Всяк мужик со своей супругою от своей отвернется и пялится на такую же только соседову. Размышляет, какая красавица, да с таким-то уродом приехала. У соседа мысля идентичная. А по пляжу снуют корабейники, кипяченого пива разносчики. Толстолобика носят пропавшего по цене осетра нерестового. А кругом ходят девицы красные, сильно красные, сметаною мажутся. Из одежды на них лишь веревочка. И торчит лоскуток среди ягодиц. Также ходят и парни столичные. Хотя в целом все в рамках приличия. Без трусов только дети и пьяные. В
Слушайте, давайте уже ближе к завершению. А и я там был, мед пиво пил. А еще пил вино самодельное. Черным лекарем то вино звалося. У таксиста купили баклашечку. Черный лекарь — название правдивое. Через час уже лекаря вызвали. А вообще отдохнули мы сказочно. На ладьях надувных покатались, били молотом, силушкой мерились. Посетили концерт дроботенковский. Скоморох Дроботенко посредственный. В зале ржали лишь дети и пьяные. Накупили сувениров тьму-тьмущую. Шлемы банные, пальмы да ракушки, чайку носом на пальце сидящую. Я взял тещи бутылочку лекаря. А еще в Сочи будут игры зимние. Строек там видимо да невидимо. И хотя пока больше невидимо... Все объекты сданы будут вовремя. Так что всем отдыхать в Сочи надобно. Хватит ездить в Египет да в Турцию. Как... Ведь сказал всем Геннадий Онищенко, поросячий там кашель свирепствует. Отличное выступление, да, получилось? Хорошее выступление. Миш, подожди, а если мы не выиграем? Ну, не знаю. Тогда, наверное, я женюсь. Родится у меня сын, назову его Василием. А когда у него родится сын, он его назовет Александром. И будет у меня внук Александр Васильевич. Ох, я ему ремня всыплю! Все мечты и мысли известны, и в песне может больше смысла, когда все вместе думая о числах.